Приветствую вас, дамы и господа. Добро пожаловать в мир очень эффективных сотрудников и очень успешных клиник. Я Елена Рыбакова, приглашаю вас на свой курс, который состоится 22 ноября и посвящен вам прежде всего повышению эффективности работы ваших профессиональных администраторов. Я, конечно же, понимаю, что ваши администраторы уже обучены, тем не менее, 25-летний мой опыт работы в продажах, в маркетинге и в тренерской деятельности говорит о том, что если ко всему профессионализму добавить огромное количество любви к людям, искренности и желания им помочь, которое транслируется через определенные фразы, которые звучат в телефонном режиме, которые звучат при встрече пациентов, делают необыкновенные вещи, благодаря которым повышается конверсия звонков, а это первый этап все-таки знакомства с пациентами. Это фразы, благодаря которым пациент чувствует себя абсолютно дома, и он понимает и хочет приходить в вашу клинику. И все это вместе взятое, естественно, трансформируется в то, что увеличивается и продажа, увеличивается и выручка, увеличивается и средний чек, и конверсия звонков, и возвращаемость пациентов. И все это в конечном итоге, естественно, приводит к большему успеху, а именно к финансовому прежде всего, увеличению выручки, и у вас появляется возможность расширять свои клиники даже в период кризиса. У вас есть возможность открывать новые клиники в период кризиса, быть еще успешнее, еще богаче и еще счастливее. Приходите, я вас жду.